Доброе утро! Меня зовут Роман Белов. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Фотографии моего ребенка, размещенные на моей личной странице в социальной сети, кто-то взял и опубликовал в другой социальной сети, не указав автора. Могу ли я наказать этого человека? Кому мне обращаться? Охрана изображений граждан регламентируется статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен, допускается только с согласия этого гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, собраниях, съездах, конференциях, концертах, мероприятиях. За исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. Гражданин позировал за плату. Согласно пункта 3 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. За использование чужих фотографий с целью унижения чести и достоинства их владельца выдвигается обвинение по Уголовному кодексу Российской Федерации. В данном случае вам нужно обратиться в суд. Если у вас возникли вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону, который видите на своих экранах. Доброго вам дня!